Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на вот такие вот бананы сушеные. Вьетнонг. Короче, ладно, не прочту. Так, купила я их, вернее, в фикс-прайсе. Где-то 27 рублей, 25. Если неправильно, пишите в комментариях, поправьте меня. Потому что, честно, я уже не помню. С этой стороны эти сушеные бананы видны. И, честно говоря, с этой стороны они выглядят абсолютно неаппетитно. То есть мы все с вами привыкли, что сушеные бананы выглядят по-другому. Но недавно я была в магазине сушеных вот таких вот всяких вот орешки, все такое. И там вот продавались такие же вот бананчики сушеные. Цену, конечно, я не помню. Вот, я еще подумала, господи, что это за гадость тут лежит. Ну, смотрю, написано сушеные бананы, немножечко уже другие. Вот. И здесь они, кстати, такие мягенькие. Вот, но отзывы я читала. Людям очень нравятся. Такие бананы очень понравились. Сейчас появились там уже что-то еще сушеное, не помню. Не помню, как называется. Ладно. Вот. И давайте посмотрим состав. Здесь просто написано сушеные бананы. И все. Честно говоря, мне иногда кажется, как будто это какие-то бананы не сушеные, то есть они, ну, прям мягкие, да? Мы с вами привыкли видеть такие вот кругленькие, да, прям вот сушеные такие. Здесь вот какие-то другие. Как будто они как вяленые, что ли. Так, давайте посмотрите, что здесь еще может быть написано для вас интересное. Нажмите стоп, если вам нужно прочесть. Здесь 70 грамм, я вижу. А срок годности здесь даже 3 года. Они могут лежать, причем ровно 3 года, до 23-го года. И давайте посмотрим, что же у нас там такое внутри. Открываются они, кстати, очень классно. Это радует. Так, что там? Такое у нас. Так, лежат там 4 штучки. Напишите в комментариях, кто уже пробовал, сколько у вас там штук лежит. Так, понадобится нам такая громадная тарелка сегодня у нас с вами на обзорах. Все. Так. Ну, конечно, выглядят они совершенно неаппетитно, даже лежа на такой прекрасной тарелке. Честно говоря, наверное, вы понимаете, о чем я и что это напоминает. Кстати, мне кажется, что это даже маленькие бананчики, да, вот такие вот есть маленькие бананчики, то есть это не целый огромный, потому что тут видно, что с этой стороны хвостик и с этой стороны хвостик. Так, вот это вот поподжаристее, по-моему. Да, здесь видно, что он такой это, такой сушеный. Ну-ка. Ой, пахнет, знаете, пахнет и бананом, с одной стороны, и с другой стороны, чем-то другим, похожим на... Я не буду говорить это слово. Хотя, пальчики ароматные. Давайте его разрежем с вами. Какой же разрезец? Мне кажется, вот этот вот... Здесь прям видно полосочка такая, они мягенькие. Да. Если бы я их не увидела в таком магазине, я бы, честно, была сейчас шокирована. Да, внутри, кстати, они выглядят точно такие же, как и обычные все бананы. С такими вот точечками. Кстати, когда-то очень давно бананы были с косточками. И потом их уже начали выводить, чтобы они были без косточек. Потому что с косточками их было есть, оказывается, просто невозможно. Их было там очень много. Представляете, если бы сейчас бананы были с косточками? Их бы не так любили бы, наверное, как вишню или что-то такое. Вот так. Я, наверное, вот этот маленький кусочек сначала попробую. Она прям даже блестит такая. Даже не знаю. Ладно, пробуем. По вкусу действительно похож на банан. А, знаете, больше похоже на мармелад банановый. То есть жуешь его и понимаешь то, что это очень-очень похоже. Но, конечно, внешний вид мне его не создает аппетит. Если, конечно,
в голове, то есть, ну, не смотреть сюда, а в голове представить, что ты действительно жуешь магазинный мармелад, такой желтенький, красивенький, то все супер. Очень вкусный, он довольно такой, кстати, немножечко сладенький. Ну, ощущение, как будто действительно это был просто бананчик, его там немножечко так подсушили, и все. То есть, как будто вообще ничего не добавляли. Я очень надеюсь, что там ничего больше не добавили. Хотя, честно говоря, то, что он может 3 года спокойно пролежать в такой упаковке, ну, сомнительно, честно, сомнительно. Тем более он там не до конца сушеный. Не знаю, как считаете вы, напишите в комментариях. Если еще там сухой прям засушили, он, да, может быть, пролежать 3 года. То тут он довольно видно, что он тут немножечко как будто мокренький немножко, или там что-то блестит у него там такое. Ну, такое что-то необыкновенное, что-то такое нестандартное. Можно даже с таким бананчиком купить, над кем-нибудь подшутить. Как будто у него там на тарелочке что-то такое лежит, необыкновенное, что-то там такое. Ну, вкусно. Можно купить. А насчет подарить, честно, не знаю. Даже записать на камеру потом выражение лица тех, кому вы подарили. Там друзья, родители, что они скажут, будут ли они это пробовать. Ну, кто уже, наверное, видел в магазине сухофруктов, такие вот бананчики, то, в принципе, для него это будет норма. Ну, нормально, вкусно. Вкусно, действительно, тут 70 грамм, в принципе, могли бы сделать даже и 100 грамм. Вкусные, хорошенькие такие бананчики, но выглядят не очень. Ладно, вот такой у нас с вами был обзор. Бананчики из фикс прайса. У нас также есть отдельный плейлист, где много обзоров именно на продукцию фикс прайса разных. Обязательно посмотрите, обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик, который выйдет уже завтра. У нас ролики на продукты, обзоры на продукты выходят через день, а влоги выходят каждый день. Да, у нас есть влоги. Как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 годика. Также есть обзоры на другие продукты, на технику, кольцевую лампу, видеокамеры, кофемолку. Вот недавно был. Обязательно посмотрите. И с вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии. И всем пока-пока!